Дефиле от мисс и миссис Химки 2024 под руководством самой титулованной модели России Елена Тараненко, рекордсменка по количеству завоеванных наград, а по совместительству еще и наша коллега. В такой праздничной обстановке открылся форум предпринимателей. Это ежегодное мероприятие, которое уже в пятый раз собирает под одной крышей представителей власти и бизнеса. Это диалог власти с бизнесом, обратная связь от бизнеса о том, что тревожит, волнует, какая требуется помощь и поддержка, и рассказ, в свою очередь, о том, а что власть готова сделать для того, чтобы поддержать, развить, снять барьеры и так далее. Химкинские производители представили свою продукцию, и здесь чего только нет, начиная от возведения каркасных домов до производства бильярдных столов. Также присутствовали представители авиакомпании, которые базируются на территории Химок. А еще текстиль, шоколад, сыры. При этом масштабы поражают. В сентябре идет техническое открытие, потом будет официальное по открытию магазина при сыроварке. У нас будет со стеклом, непосредственно видно, как производится сыр, и сразу же можно его на месте открыть по желанию приобрести. Попробуйте, пожалуйста. Все предприятия создают свои товары из отечественного сырья. Благодаря этому они попадают под программу «Выбирай свое», нацеленную на развитие импортозамещения. На форуме рассказали о льготах и мерах поддержки, которые могут получить от муниципалитета. Например, вот только сейчас мы поговорили с компанией, с медицинской, которая, например, не знала о тех мерах поддержки, на которые они могут претендовать в части региональной поддержки. Мы сейчас возьмем их на сопровождение. Здесь также представлены компании, которые уже не первый год участвуют в наших мероприятиях. Например, вот торговый дом «Шоколада». Мы помним, как они начинали с самых-самых низов и выпускали по несколько шоколадок, а теперь это уже достаточно крупная компания. Они почти каждый год пользуются региональными мерами поддержки. Развитие бизнеса в регионе – это и увеличение рабочих мест, и отчисления в бюджет. Именно поэтому муниципалитет оказывает большую поддержку бизнесу. От дешевых займов под 6% до субсидий на развитие предприятия. Такие форумы, они необходимы именно для того, чтобы наши предприниматели чувствовали заботу, между собой общались и развивались, экономически развивали наш городской округ Химки, в целом все Подмосковье. В прошлом году Химки вошли в число лучших городов Подмосковья для бизнеса. Наш округ занял в рейтинге второе место. Список составлен по версии Forbes. Всего оценивалось 90 городов России по 6 различным параметрам. Сервер Бикмамбетов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.